Добрый день! Сегодня у нас 4 июня 2020 год. Вот они, новенькие павильоны автобусные. Ну, похоже на те, которые 10 штук приобрела администрация, по-моему, или в конце 2019 года, или в начале 2020. И вот уже один установили. Ну, что этим видео хотел сказать? Все-таки люди потребовали... И они это сделали. Как нам Черевко там рассказывал изначально, что якобы какие-то нормы от перекрестка, что-то не позволяет. Потом кто-то, я не помню, или Горошко, или кто-то с администрации рассказывал, что через какое-то расстояние сильно часто тоже нельзя ставить. Оказывается, все это можно делать. И это уже вот сами смотрим, что практически готово. Вот, так что считаю, это небольшая победа вот, депутатов, общества инвалидов и, самое главное, жителей данного квартала улиц. Все, молодцы, поздравляю.